дитя нянь-мэнь в бикини, в тот раз рассказывал о том, как готовил активистов сербского движения «Отпор» к свержению Слободана Милошевича. С того самого переворота в Белграде в октябре 2001 года и ведется отсчет цветных революций. Государственных переворотов, совершаемых с применением одних и тех же мобилизационных схем и методик управления толпой, привлечение активистов в местах, работа с социальными сетями, тактика взаимоотношения с полицией. А теперь частотная модуляция. Привет, почтет, если история запомнит эти протесты как мирные. Но это не так. Отчасти из-за того, что CNN, MSNBC, New York Times и другие подливают масло в огонь расовой распри по всей стране. Подстрекают насилие. Им плевать на последствия. Напомним, речь идет не о Каире или Дамаске, и даже не... Амплитудная модуляция. Казалось бы, достигли совершенства. Ведущий телеканала Fox говорит о том, что прямо сейчас происходит в Америке. Вот выдержка из текста обозревателя журнала «Атлантик» Фрэнклина Фойера. В статье «Режим Трампа начинает рушиться» Фойер откровенно заявляет, что против Трампа задействованы технологии, разработанные архитекторами цветных революций. То, что происходит в Соединенных Штатах, меньше похоже на хаос 1968 года, который сильно разделил нацию. Похоже на ненасильственные движения, которые получили широкую общественную поддержку в таких местах, как Сербия, Украина и Тунис, и сместили Милошевича, Януковича и Бен Али. Очевидно, что у всего происходящего есть реальные предпосылки. Катализатор протестной активности – пандемия. Факторы недовольства – расовые, социальные и только потом политические. Однако... Важно то, что волнениями осознанно манипулируют в попытке решить проблему, не имеющую никакого отношения к причинам, вызвавшим недовольство. Не сумев избавиться от ненавистного Трампа законным путем, элиты прибегли к способам, широко опробованным ими по миру и недавно показавшим свою эффективность на Украине. В Америке, я думаю, реальные шансы убрать Трампа из Белого дома до выборов минимальны. Попытка состоит в том, чтобы помешать Трампу управлять, чтобы показать паралич власти, чтобы этот паралич сказался не только на том, как борется с демонстрациями, но и помешать Трампу проводить очень необходимые экономические реформы. Если это у оппозиции, то Трамп будет обречен. Американские события схожи с украинскими не только и не столько визуально. С момента переворота на Украине Вашингтон с Киевом связывает множество незримых нитей. Демократические элиты США, сначала инспирировавшие Майдана, потом хорошо нажившиеся на его последствиях, переносят приобретенный опыт на американскую почву. Бывший вице-президент США Джо Байден, главный оппонент Трампа на предстоящих выборах, в случае проигрыша рискует отправиться за решетку по коррупционным обвинениям, связанным с его деятельностью как раз на Украине. Поэтому он не допускает даже мысли о возможности такого исхода. В этом ему помогает пресса. Задумывались ли вы о том, что произойдет, если Трамп проиграет, но откажется покинуть свой пост? Я обещаю вам, я абсолютно уверен, военные очень быстро выпроводят его из... Таким образом, уже сейчас заранее прорабатывается вполне себе майданный сценарий непризнания результатов выборов. Байден намекает, что в этом случае Трампу не приходится рассчитывать на поддержку армии. Кульминацией должны стать, безусловно, президентские выборы. И уже... Мы слышим заявление Байдена о том, что он грозит Трампу военным мятежом, если тот в случае поражения не покинет Белый дом. Ну, это многообещающее заявление. Но нечто похожее было и у нас. Пока же нынешние беспорядки, помимо целей общей дестабилизации, преследуют еще одну знакомую по Украине задачу – мобилизацию толпы и демонстрацию ее возможностей. Вкладываются огромные деньги. Понимаешь, мы не достигнем миллионов без миллионов. Вот совсем прямо. Нам нужны миллионы долларов, чтобы охватить миллионы людей. Главное, мы... Это не произойдет по нормальным каналам, потому что мы живем в ненормальное время. Нам нужно, чтобы на улицы вышли тысячи людей, а затем миллионы, и потребовали, чтобы режим Трампа-Пенса ушел. Не правда ли знакомо? Это запись откровений некой Ти Штерн, представители финансируемой Соросом организации «Откажись от фашизма» в Атланте. Запись была опубликована журналистами американского портала Project Veritas. Ключевая фраза здесь даже не про миллионы долларов, а про то, что уход Трампа с их точки зрения не может произойти по нормальному. Сходство состоит в том, что используются нелегитимные методы
давления на власть. Сходство также в том, что имеет место очень серьезный элитный заговор. Это прежде всего группа элиты, которая направляет то, что происходит, так сказать, на земле. Главное различие, что все это выходит далеко за рамки чисто элитного конфликта. Имеет место глубокий социальный конфликт, который вот приближается к взрыву, который, конечно, может выйти из-под контроля. На данный момент положение, в котором оказался Трамп, выглядит скверно. Задача тех, кто протестами, спровоцировать президента на применение силы или хотя бы демонстрацию того, что он ей обладает. Того же от него ждут и его сторонники, обеспокоенные бездействием Трампа в сложившейся ситуации. Для меня очевидно, что эти черные протесты во многом организуются вполне белыми мужчинами среднего и пожилого возраста, которые как бы имеют большие глобальные интересы, и игра которых далеко не ограничена Соединенными Штатами. Но вот до какой степени им удастся использовать эти протесты как инструмент, не допустить, чтобы они вышли из-под контроля, чтобы они разожгли всепоглощающее пламя в Америке, этого я не знаю. Ну, пока.